Да, Таиланд это что-то с чем-то. Ребята приспосабливаются как тараканы. Это их образ жизни всегда был у них такой. Вот в Челябинске так нужно работать людям. Буквально дорога, машины ездят, канализация. Тут люди кушают, там готовят, там дальше рынок, школа рядом, проститутки стоят. А за здесь храм. Храм, вы представляете? Просто страна будущего на самом деле. Как ты сказал? Кони с людьми перемешаны. Люди, кони, все перемешались. Да.